Приближается Новый год и Рождество – время чудес, подарков и исполнения желаний. На Кубани стало доброй традицией в преддверии новогодних праздников проявлять заботу о детях, требующих особого внимания. По инициативе благотворительного фонда помощи детям «Край добра» с 13 по 23 декабря на территории всего Краснодарского края будет проходить благотворительная акция «Елка желаний». Цель акции – исполнить заветные мечты детей из малообеспеченных семей. Жители Славянского района также могут присоединиться к краевой благотворительной акции. Уже 13 декабря «Елки желаний» установят в торговых центрах «Золотой ключик» и «Веселая карусель», а также в Свято-Успенском храме. Каждый из неравнодушных жителей нашего района может сделать доброе дело – приобрести новогодний подарок, который указал ребенок на открытке. Давайте вместе подарим радость детям. Пусть благодаря вам Новый год придет каждому ребенку, и пусть исполнится новогодняя детская мечта. Кроме того, оказать помощь детям в рамках благотворительной акции можно, опустив денежные средства в бокс «Край добра», а также перечислив деньги на расчетный счет благотворительного фонда «Край добра» в банкомате при помощи пластиковой карты, либо заполнив бланк и сделав перечисление по реквизитам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Назначение платежа указать благотворительное пожертвование для ведения уставной деятельности «Елки желаний». По вопросам проведения благотворительной акции можно обращаться в Управление социальной защиты населения по телефону 20976.